Россия, город Москва, русский богатырь. Поддержали Кирилла аплодисментами, друзья. Вот это присед, друзья! Вот это досье! Горычев, город Москва! Встречаем! Вот это... Одигов Сергей is for 335. И легко справляется. Сергей Одигов is following a Russian athlete from Perm. Очень легко справляется с весом Кирилл. Кирилл Сарычев, ваши аплодисменты, друзья. 365 на штангу. Витольд Волновский is following representative. И этот вес на 40 килограмм превышает рекорд Джимми Лёжа в пауэрлифтинге. Друзья, я не слышу поддержки. Аплодисменты президенту ОФРФ. Я не слышу, друзья. Можно еще 50 добавить сверху. Аплодисменты!
штангу 185 килограмм. В жиме с результатом 240 килограмм, и также Абидж Бараман закончил выступление в жиме с результатом 240 килограммов, 330, поддержали Кирилла, не слышу поддержки, друзья. К сожалению, не слышал вашей поддержки, друзья. Легко справляется с весом Кирилл. Обухов Филипп из Фауэн. Россия! Друзья, я не слышу вашей поддержки! Поддержали Кирилла! Просьба представителей Романа Абиджба еще раз подойти к секретарю. 310 килограмм на штангу для Алексея Мельника. Кирилл Сарычев, Россия, встречайте! Вес штанги 402,5 килограмма. Друзья, поддержите Кирилла, ему нужна ваша поддержка и бурные аплодисменты. Кирилл Сарычев, Россия, Москва. Гордолев 402,5 килограмма. Кирилл Сарычев, Россия, город Москва. И он делает это, Кирилл Сарычев. Россия бьет рекорды сегодня, друзья.
Ваши бурные аплодисменты Кириллу не смолкают! Переходим к четвертым попыткам становой тяги. 335 килограмм на штангу. We are ready to start. Fourth attempt at deadlift and Mikhail.